Все. Меня зовут Даша, я из Новосибирска. Учусь на сентябрьском экспресс-курсе. Сегодня у меня 6-й день практики. Я по профессии экономист, работаю на железной дороге нормировщиком. Вообще никак не связана с грумингом. Решила стать грумером, потому что очень сильно люблю животных. Сама владелец собачек всех возможных, лошадок. Очень хочу стричь, и мое призвание, я хочу, не хочу со всеми этими цифрами, животное это мое. Вот, с первого раза, конечно, ничего не получилось, хотелось, руки тряслись, собака трясется вместе с ним, линии ровно не получается, но по мере практики, сейчас уже 6-й день, все самостоятельная работа была, и уже более-менее все получилось, я довольна. Бастер тоже доволен. Ну, пару линий подровняли, и все, и все счастливы, включая хозяев. Ну, что иметь про свои планы после обучения, расскажите. В дальнейшем я хочу наработать практику в салоне, устроиться работать, без разницы, мастером или, может, помощником, наработать практику, больше собачек. Параллельно, может, буду стричь, а в дальнейшем вообще большие-большие планы открыть, конечно, свой салон. И такое на уровне, хорошее, чтобы все были довольны, с хорошими мастерами. Как вы оцениваете методику преподавания? Вам хватило теории, практики для того, чтобы научиться? 7 дней вполне хватает для базового курса. Что-то там, основные линии, основная методика, как стричь. Это все хватает прям 7 дней вообще за глаза. Остальные только наработки, только практика. Вы уверены, что вы сможете стричь после учебы? Я уверена, что смогу стричь после учебы. Ну, конечно, не так хорошо, как в нашем стране, но думаю, через годик уже достигну должного уровня, если будет постоянная практика. У вас есть какие-то замечания по обучению? Может, какие-то пожелания, чего-то добавить, убрать? Замечаний никаких нету, все замечательно, все круто, вообще мастера очень позитивные, все знают свое дело, они это рассказывают с воодушевлением, и заряжаешься вот этим всем, всей энергией, и хочется стричь больше и больше, и то, что заканчивается курс всего 7 дней, хочется это продолжать, чтобы это вообще не заканчивалось, все больше и больше стричь.